А какая серия была лучше? Чемпионшип. Ну, по деньгам. Не по количеству финалок там. И темов там больше было. Слушай, ну, 4 больших блайнда, 6 макс. При этом ты все-таки занимаешь 4 место и 81 тысяча. Да. Нокаут. Чувствовал, что сейчас вот уже рядом, что вот раскрутился, кажется, уже все хорошо и... Ну, на самом деле, вот бывает такое, что турнир так складывается, что ты постфлоп просто, ну, не складывается и все. То есть вот ключевая была, когда трипс в фул попал. У тебя была девятка? Да. С тузом нет? Нет. Вот. Ну, Женя очень хорошо складывается, он очень хорошо играет. Когда это все как бы сплавляется, то все получается очень неплохо. В общем, Славе и Григорию, да, верно, будет очень непросто. Куда вложишь деньги? И на что потратишь первые 10 тысяч? Не знаю, не решил еще. Не знаю. Ну, с друганами, за тем, кто тебя болел, пойдешь сейчас в бар. Дольщикам раздам. У тебя есть дольщики? На ауру взяли. 10%, 5, 15, 20? Кто 2, кто 3, с кем свопнул. Но все равно большая часть, то есть не 50%, не 70%. Не. Это вот еще чуть больше и будет уже около моих цифр, да. А ты с папой меняешься долями, когда играешь? Да. Да, мы в теме. Всегда. Да. Ну что, все, отдыхать и до следующей серии. Даже не знаю, когда будет следующая. Не исключено, что следующая будет только уже на Багамах. Не исключено. Турнир чемпионов по 25 тысяч. Да. Я желаю тебе там удачи. Спасибо. Валерий. Виталий, господи, господи, по Фрейду. Оговорочка по Фрейду. Кстати, частое явление. Виталий, Жан-Вит, 0.23, Аванесян, четвертое место, главное событие, PT Open Сочи, спасибо большое. Спасибо.